привет! Приветики! Ой, мы сюда зашли под дерево. Мы сегодня втроем приехали в парк отмечать Ника день рождения. У нас сегодня... Мы приехали просто выгулять именинника, отмечать мы будем дома. Ну да. Это не. Ну, выгулять именинника, прогуляться, короче. Да, один слово прогуляться по парку, пока. А тебя слышно будет? Думаю, что слышно. Так что, Николясу у нас сегодня исполнилось 25 лет. Так что дети растут быстро. Я говорю, жалко, что у нас 25 лет назад не было такой возможности снимать. Не говори, ты бы меня каждый день выбегала, снимала. Говорю, да. Да, Ник? Хорошо, что было ничего. Я бы Николяса снимала каждый день, наверное. Вот. Ну, что? Так что вот так. Пройдемся, прогуляемся, сделаем такой огромный-огромный кружок вот так вот, а дальше посмотрим. Потом поедем в магазин, может, купим каких-то что-нибудь вкусненького. Вот. Может, вечером Максим зайдет, может, нет, посмотрим. Так что вот так, у нас именинник. Я смотрю и не могу поверить, какой взрослый у меня сын. Смотрите, как одеты люди, как одеты мы. И вы поймете. Нет, сейчас, правда, на солнце хорошо, можно да, уже раздеться. Нормально. Но вообще, сегодня было 15 градусов, ночью мы спали с одеялом. А, под одеялом. Неделю назад 40 с лишним было. Вчера спали под кондиционером, а сегодня мы спали под одеялом. Вот люди все бегут, от счастья поодевали кофточки, а? Пляж, бегут, бегут. Да, да. Вот и мы. Николя говорит, тебе не жарко? Не, хорошо. Занят пляжные места. Так. Так что. Да. Не, днем будет хорошо, сейчас уже получше. Так, мы идем. Втроем гуляем. Фоткаемся, да. Гуля. А? Я говорю, что дети нормально как раз погулять там, где им еще. Ну, кого не, кто не может вывести далеко своих детей, хоть сюда приведет. Ну да. Сейчас мы пойдем, а там... Вот здесь деревья насажали. Пойдем туда. Пошли посмотрим. Да. Туда, вот, грязь, а там грязь. Травка мягенькая. Вообще красота. Деревья насажали здесь. Колючки какие-то, да? Не обязательно. Ну, думаю, вот эти. Пьяные дерево, все, знаешь там. Палеборачи, но это не палец. А вот это палеборачи должно быть. Вот оно. Это, по всей видимости. Ну, молодцы. Вот насажали столько деревьев. А здесь, конечно, нужна тень. Скамеечки. Красиво. Так, народ, как Леня говорит, мы разделись. Да, обнажились. Обнажились, да. Здесь уже совсем как-то. Что-то стало. Не, приятненько. Мы хоть одну ночь поспали нормально, потому что, честно говоря, в этом году она нормальная какая-то. Жара, она очень... Месяц, да? Да. Месяц не было никаких просветов. Ну ничего. Да, месяц половина. А? Месяц половина. Полтора месяца, да? Да, мы просто были на море, а Ник уже писал, что тут жарище. Да, полтора месяца точно. А, да, ну мы же 10 дней были в этом, в декабре, да? Ага. С неба, да, полтора месяца. Ой, уже пляж наступает. То мы давно на пляжу не были. Полтора месяца, а? Скажу, хоть сейчас пляжу, видимо, то давно на пляжу не были. Вот. Нет. А? Осторожно. Ну там. Ой. Жук? Да, жучок. Видно? Нет, если солнце не видно. А это его раздавили, что ли? Нет. 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 Смотри, бежи. Ой, глянь. Ты его лучше перенеси, пока его никто не передавил. Ну пускай он идет, никого нет. Сам бери его в руки. Перенеси. Что идет? Безопасное место.
Правильно. Да, я его не какой-то анимальный наступил на него. Мне нравится это дерево, смотри, оно такое здесь. Смотри, какие корни. А давайте не спешите так сильно. Да мы не спешим, просто с горы оно само бежит. А. Ну да, ой, красиво. А ну стойте, повернитесь ко мне, какие вы красавчики. Посидите здесь, я сейчас вас пофоткаю. Сделаю с вас красивую фотографию. Туда, до плыть, ну отсюда как бы, мы там от этих провинций, да, с пригородом, доплыть до этой Ислы с парусом и на каяках. И это у них такие, это, потом они там ночевали и обратно возвращались, там есть там танцы и все такое. Конечно, мне отсюда, сюда далеко, на каяках и не дальше. Но вообще сам факт, то, что потом уже, а на лодках можно ездить, наш клуб вот здесь, вот, и на лодках, да, и в Уругвай ездят. Водичка, кстати, уже и купается. Там ведра водой наливается, потом переворачивается, выливается вода ага. На голову. Ну, я думаю, сейчас через часа три уже будет по... уже будет жарко. Вот, Буэнос-Айрес пляж. Мы когда приехали в Аргентину 25 лет назад, мы думали, что здесь можно купаться. И Леня, кстати, с Максимом и покупались. Ну, не здесь, там в другом месте чуть-чуть. Костанера-Сур. Ой, да. Хорошо, что с ними ничего не случилось. Ну не спешите идти, я вас снимаю, вы думаете. Я ничего не бачу, я хочу снимать. Тихонько. Маме, когда грём, мы все тоже снимаем в это время. На ТикТок поставим. Потому что ты задом идешь, а зацепишься, будет ТикТок. А у тебя есть ТикТок? У меня нету ТикТок. Я же говорю, сейчас будет ТикТок. Ну вы для чего у меня будет? Мама, пора. Мы еще будем это снимать. Мама, стоп. Красота. Красота. Николя забыл очки, теперь я ничего не вижу. Леня забыл шапку на голову, а я забыла вообще кремом помазать. Мне это не мешает. Мы здесь ненадолго, конечно. Не мешает. Так что так. Закупились немножко продуктами. Черешню в этом году первый раз взяли, еще не брали. Взяли дыньку большую, а? Тетрадка моя, не знаю, еще. Взяли дыньку, тоже в этом году еще не брали. Грибочки, бананчики, майонез. Ну, что такого, яблоки, апельсины. Первый раз тоже взяла попробовать. Это копченый сыр. Тренца, косичка. Никогда не брала, хочу попробовать. 277 песо стоит. Аумада копченая вот такая. Это хорошая марка, кстати. Вот, чаек, который я люблю, вот такой. Вот этот тоже сок первый раз взяли. На основе рисового молока и апельсин. Да, что мы тут еще взяли? На наш праздничный стол голубика. Ник захотел
вот такую взять, так она называется, хамон, в общем, сделать сэндвич себе, молоко, сливки, ну и там по мелочи. Крем солнцезащитный, от солнца возьми взяла, хочу машину положить. Мы часто забываем, потом приезжаем куда-нибудь, а крема нет. Все? Да. Поехали. Все, мы едем домой.